Скажи, зачем ты здесь находишься вообще? Так рано поутру. Рано поутру я здесь получаю колоссальное удовольствие от общения с нашей северной красивой природой. Жоля, иди ко мне. Ребята, нам Бог дал такую мощную природу. Нашего соснового бора. Каждое утро мы стараемся здесь собираться, бегаем, плаваем, ну и едем домой на велосипеде. Такой микро-микро триатлон. Месяца, подожди, с какого месяца ты начинаешь купаться? Я еще не помню. Ну, понятно, пока. А это до какого месяца? Потому что все равно же настанет зима. Вообще... Что, на велике приехал, Юр? На велике, да. Ничего себе, соснового бора. Ну, тут так далеко, что просто вообще. 15 минут езды. Сона после велосипеда, бега, зарядочки какой-то, обязательный элемент. Это плавание. Плавание примерно 1 километр где-то, потому что вода сейчас позволяет, здорово. Жоля, ну-ка домой. Она мне не даст плавать. Ага. Ребята, нам Бог дал такую мощную природу. Юра, давай, давай. Куда поехал-то? Домой поехал. Домой? Давай, Саша, пока. Приезжай еще.